Ежегодно волки наносят огромный ущерб поголовью. И хотя по сравнению с 2013 годом травеж оленей удалось снизить на 46%, ситуация по-прежнему остается напряженной в Алданском, Верхоянском, Кабяйском, Алекминском, Тампонском и Эвено-Батантайском районах. О мерах урегулирования численности хищников, наносящих ущерб народному хозяйству республики, говорили сегодня на правительственном часе. На сегодняшний день созданы 25 специализированных и 4 мобильные бригады, благодаря которым добыто более 900 волков. В этом году с применением авиации планируется осуществить самые масштабные за последние несколько лет работы по урегулированию ситуации. По организации наземной охоты в гончие угодья, в особо охраняемых природных территориях, маршрутах оленьих стад и местах разведения табунных лошадей. Введение постоянного мониторинга численности волка и перерождения сельскохозяйственных животных во всех муниципальных районах и на этой основе оперативное проведение мероприятий по регулированию их численности. Создание специализированных и мобильных бригад охотников-волчатников, снабжение волчатников самоловами, горюче-смазочными материалами и снегоходами за счет предусмотренных на эти сельскохозяйственных бюджетных ассигнований.